Каков план? Твоя жена беспокоится о ваших сыновьях. Хильда? Да, она все время беспокоится. Ничего удивительного, что парни сбежали. Им нужен покой. Дай угадаю. Тебе нужно оружие. У меня тут была парочка вещей. Скажи мне, что ты ищешь? Как дела? Благодаря ордену нам есть чем заняться. Им требуется огромное количество оружия. Уолтер вкалывает, как проклятый день и ночь, чтобы закончить все заказы. Он и сейчас работает. Покажи мне, что у тебя есть. Я могу взять у тебя заготовки для мечей? Ты можешь купить только то, что продается в магазине. Но если у тебя есть железная руда, то кузнец Уолтер может изготовить для тебя то, что нужно. Есть у тебя оружие, которое хоть на что-то годится? Хоть на что-нибудь. У меня тут самое качественное оружие на всем острове. Лучше не найдешь. Да? Мне нужно новое оружие. Ты продаешь оружие? Я бы с удовольствием, но не могу. Всеми продажами занимается Альваро. Как поживаешь? Как дела? В трудах. Но с тех пор, как появились законы Инквизитора, у меня работы стало по горло. Альваро почти не оставляет мне времени посидеть с кружкой пива. Серьезно, я не помню, когда последний раз спал. Ты продаешь заготовки для мечей? Раньше продавал. Но из-за этих развалин я совсем без железа остался. Я мог бы помочь. Может быть. Если добудешь железной руды, я бы сделал заготовки для мечей. Можешь меня чему-нибудь научить? Я бы с радостью, друг. Но у меня нет на это времени. Спасибо, Альваро. Расскажи мне про Альваро. Мне нужно работать. Нельзя же целыми днями работать. Сделай перерыв. А кто будет работать за меня, дружище? Ты? Я могу попробовать. Альваро будет в восторге. Я свалил свою работу на старого друга. Или он порадуется тому, что его кузнец немного отдохнет? Альваро радует только золотые сундуки. Альваро загонит тебя до смерти. Такие времена. Всем в городе понадобилось оружие. Или же наточить оружие. Все равно, рано или поздно это закончится. Могу я тебе еще как-то помочь? Возможно. У меня беда с запасами. Их всегда не хватает. Приходится самому всем заниматься. В основном мне нужен металлолом, который я расплавляю для заготовок. Если бы у меня было вдоволь металлолома, работать стало бы намного легче. Где раздобыть металлолом? Фермеры оставили во дворах много металлолома. Старые инструменты, гвозди, всякие такие штуки. Но потом там стали рыскать карлы. Они стащили все, что плохо лежало. Ясное дело, они украли у фермеров весь металлолом. Может и так. Я достану тебе старого металла. Но ты не сможешь покинуть город. Я изловчусь. Было бы здорово. Разумеется, я тебе заплачу. Но мне нужна чертова прорва металла.
Это я тебе сразу говорю. У вас работящий кузнец. Много работы, значит, большой доход. Мы единственные, кто неплохо справляется, поэтому приходится браться за работу, пока можем. У вашего кузнеца такой вид, будто он сейчас упадет замертво. У Уолтера? Да он крепкий, как огр. Иногда гибнут даже огры. Поверь мне, я не тиран. Но работу необходимо выполнять в срок. Что тебе нужно? В торговом квартале есть парочка слуг. Если ты найдешь их и заплатишь, чтобы они работали на меня, это облегчит участь Уолтера. Вот тебе золото для платы слугам. Если ты используешь его не по назначению, я узнаю об этом. Харбортаун — небольшое место, и все ворота заперты. И тогда Уолтер сможет передохнуть? Да, как только закончит посох с лезвием для Марчелло. Эй, ты! Хочешь подзаработать? Что нужно сделать? Альвара нужно, чтобы кто-нибудь нарубил дров. Ладно, хорошо. Я этим займусь. Эй, тебе работа не нужна? Что? У Альвара есть для тебя работа. Тебя послал старик? Чего он хочет? У него есть клинки, которые нужно заточить. Это мне подходит. Слуги, о которых ты мне говорил, принялись за работу. Превосходно. Тебе удалось заслужить мое доверие. Остатки золота возьми себе. Это очень щедро. Это достойная награда. А хочешь клянчить деньги? Ступай в трущобы к мастеру Белшвуру. Хорошие новости. Альвара сказал, можешь взять пару дней выходных. На него это не похоже. Только ты должен закончить посох для Марчелло. Я закончил с посохом. Он уже давно валяется у меня в подвале. Альвара просто рвет и мечет. Что ж, спасибо за помощь, друг. Если что-нибудь нужно... Как-нибудь в другой раз. Спасибо за перерыв. Это было здорово. Рука руку моет. Мне нужна твоя помощь. Что такое? Ты работаешь и с артефактами? Если ты нашел что-то, ты должен сдать это. Я должен? Ты знаешь, что сделает с тобой Орден, если ты хранишь артефакты? Тебя заберут и бац, прямо в монастырь. Я могу о себе позаботиться. Но речь идет не только о тебе. Мы с тобой в одной лодке, а я о себе позаботиться не могу. Я всего лишь кузнец, запомнил? Насчет посоха с лезвием для Марчелло. Который я выковал? Да. Зачем он нужен? Альвара хочет использовать этот подарок, чтобы завести влиятельного друга в Ордене. Долго еще? Нельзя спешить, если хочешь качественную карту. Особенно теперь,
когда ландшафт все время меняется. Карта пригодится каждому, кто знает, как выбраться из города. Ну, карта уже готова? Я пришел за картой. А я как раз ее закончил. Если она тебе нужна, давай деньги и забирай ее. Можно мне забрать карту? Осторожнее с ней обращайся. Карты — это произведение искусства. У меня есть разрешение. Хорошо. Возвращайся позже. Не сомневаюсь, что у тебя полно дел. Спроси кого-нибудь еще. Мне надоело болтать языком. Я больше ничего прекрати не знаю. Прекрати докучать мне. Удачи там. Ha!
не очень понятно. И еще раз. Лучше начать сначала. Сработало. Лучше начать сначала. Вот и все дела. Вот. Еще одна могила. А вот и ты. Да, мне удалось осмотреть окрестности. И что ты обнаружил? На этом острове есть люди, но похоже, что они живут по своим собственным законам. Но тут вокруг происходят вещи, которые я не могу до конца осознать. У меня создалось впечатление, что это странное место. Спасибо за информацию. Думаю, что я пока останусь тут. Я сейчас не в состоянии иметь дело с людьми, а в особенности с Инквизицией. Чуть не забыла. Я нашла это зелье. Я сохранила его на случай, если ты вернешься. Думаю, тебе оно пригодится больше, чем мне. Надеюсь, мне удастся разбить лагерь в приятном уголке, а не в этом ужасном месте. Я попросил кое-кого прийти сюда и помочь тебе найти подходящее место. Он вроде неплохой парень. Правда? Ладно, спасибо. Кстати, а ты заметил, что буря обходит этот остров стороной? Здесь все спокойно. Это очень странно. Неважно. Еще раз спасибо за помощь. Надеюсь, что остров примет тебя лучше, чем та буря, которая забросила нас сюда.
Ты из Харбортауна? Как там сейчас? Почему ты спрашиваешь? Ну, я ж там жил раньше. И я слышал, белые мантии наложили на него свои лапы. Похоже на то. Эх, ну что ж, мы выживем. Как-то. Как всегда. Как дела, Рэйчел? Только не делай вид, что не знаешь, что тут творится. Ты же знаешь, наша попытка захватить Харбортаун оказалась неудачной. Почему, думаешь, все тут в таком паршивом настроении? Я бы на твоем месте в этом лагере не светилась. Это дружеское предупреждение пока. Следующее будет уже куда менее дружеским. Значит, вот как все? Похоже на то. Если тебе нечего сказать важного, шел бы ты отсюда. Мы потеряли Харбортаун. Я сейчас ни с кем не желаю разговаривать. И уж меньше всего с тобой. Убирайся вон! Твоя мать, Тильда, беспокоится о тебе. О, она всегда беспокоится. Эта женщина превращает мою жизнь в ад. Ладно, ладно. Ясно, что ей не о чем волноваться. Ты действительно водишь дружбу с Романом? А что в этом такого? Пираты действуют ради себя и золота. Инквизитор действует во имя веры, а я во имя людей. У каждого свои приоритеты. Каждый действует в собственных интересах. Значит, Дон дает тебе шанс? Да. Повезло тебе. Повезло. Я знаю, как это выглядит. Он, скрывающийся в том храме. Позволь дать тебе совет. Не пренебрегай им. Он просто выжидает время. Остров принадлежит Дону. И он собирается вернуть его себе. Что ты делаешь для Дона? Я занимаюсь его делами. Присматриваю за людьми. Ты какой-то нервный. Проблемы? Пока что нет. Но тут чего угодно можно ожидать. Дай этим ублюдкам палец, и они всю руку отхватят. Тогда гляди в оба. Дон хочет того, инквизитор хочет это. Эй, в этом районе пока опасно. Соблюдай осторожность. Спасибо. Я буду осторожен. Что, можешь сам о себе позаботиться? Меня не волнует, что ты здесь делаешь или откуда ты.
Меня волнует только безопасность. Тех, у кого нет разрешения, я считаю грабителями. Если я скажу Северину на ферме, или если он увидит тебя, ты будешь немедленно арестован. В этот район вход запрещен. Что ты знаешь об этой области? Этот лагерь орден организовал для Инквизиции. Для чего этот лагерь? Все отряды доставляют сюда артефакты. Кроме того, лагерь охраняет эти руины. Одни расположены здесь, ниже фермы, а другие подальше. В руинах опасно? Какие-то твари выползают из руин и распространяются повсюду. Расскажи мне больше об этих руинах. Не могу, правда. Я ведь простой стражник. Если ты хочешь узнать больше, поговори с Северином. А ты видел, как руины поднялись из-под земли? Сам я не видел, но много слышал об этом. Все началось с землетрясения, и руины проросли из-под земли по всему острову. Можно было бы молиться, если бы кто-нибудь эти молитвы... Эй, ты! Тебе же лучше, если ты не грабитель или бродяга. Я? Нет. У меня есть рекомендательное письмо от коменданта Карлоса. Разумеется, у тебя есть письмо. Разумеется. О, у тебя есть письмо. Ну, извини, предосторожность лишней не бывает. Как только к нам не пытались пробраться. Я Северин. Эта ферма под моим руководством. Держись подальше от домов и не расспрашивай моих людей. Запомни это, и мы прекрасно поладим. Полезная информация. Много ли руин вокруг? Здесь их две. Обе были исследованы моими людьми. Мы забрали все, что могли. В руинах, что повыше, погиб хороший человек. Ужасное место. Не приближайся к ним. Удалось найти какие-нибудь артефакты в развалинах? Мы собираемся отправить ящики в монастырь. Здесь мы с руинами закончили. Я не стану больше рисковать своими людьми ради пары кубков. Кроме того, люди нужны мне здесь для охраны, пока эти вороватые карлы бродят повсюду. Но если ты хочешь взглянуть на руины, дело твое. У вас проблемы с карлами? Эти коротышки способны даже снять с человека доспехи, пока он спит. Ты видел, как они одеты? Вся одежда расшита карманами. И все карманы набиты до отказа. Они живут для того, чтобы грабить. Эта ферма у нас работает промежуточным лагерем, где мы собираем все, что находим при исследовании руин. Инквизитор стерет с меня шкуру, если я позволю карлам все разворовать. Ты что-нибудь знаешь о других руинах на этом острове? Они прорастают, словно сорняки. Мне приказали отправить другую группу на запад, чтобы добыть артефакты и там. Рудольф и его ребята. Но от них уже давно не было вестей. Я даже не знаю, живы ли они еще. Есть идеи по поводу того, где может быть Рудольф и его парни? На западе, сразу за тем болотом, кишащим бандитами, есть руины. Возможно, Рудольф со своими людьми искал артефакты там. Я проверю это место. Конкретнее сказать не могу. Он может быть где угодно на западе. Я могу узнать, как поживает группа Рудольфа. Буду рад любым новостям. Только осторожнее, на западе опасно. Хотел бы я выделить для тебя людей, но нас и без того слишком мало. Со мной все будет в порядке. Такая уверенность внушает уважение. Может, я вам помогу справиться с карлами? Охотно приму любую помощь. На севере лагерь у группы карлов. Если ты разделаешься с ними, это будет отличная помощь. Хорошо. Я разберусь с карлами. Это мне нравится. Ты человек действия. И следи за своими карманами. Ты и глазом моргнуть не успеешь, как они туда заберутся.
Теперь тебе будет спокойнее. Я разобрался с теми карлами. Одной проблемой меньше. Прими мою благодарность. Поговори о вознаграждении с Рубином. Эй, а тебе положено тут находиться? Если у тебя нет разрешения, будь поосторожнее. Ты это место сторожишь? Здание, ага. У нас тут снаряжение и куча всякого барахла из развалин. Еще я, знаешь, приторговываю слегка. Могу тебе достать все, что угодно за золотишко. Взаимовыгодное дело. Уверен, мы сможем помочь друг другу. Я хочу сказать, мы же друзья теперь, не так ли? Я разобрался с карлами для Северина. Это хорошо. Возьми золото. Золото все любят. Только не я. Только не сегодня. У тебя артефактов или эликсиров нет? Ну, конечно же. У меня есть все. Вот, возьми. Твои товары не из дешевых. Качество дорого стоит, особенно в такие тяжелые времена, друг мой. Мне больше нечего тебе сказать. Мы никогда не доходим сюда вглубь. Как ты думаешь, долго это еще продлится? Мы все прокляты? Эй, хочешь на свиней посмотреть? Что здесь происходит? У нас тут повсюду летает могильная моль. Я со свиней глаз не свожу. Могильная моль ест свиней? Если она достаточно голодна, она жрет все. А свиньи не в состоянии защитить сами себя. Я разберусь с могильной молью. Спасибо. Я знаю, что они грязные. Но, понимаешь, у этих свиней есть индивидуальность. И мне не хочется их терять. Все могильные моли мертвы. Это здорово! Свиньи будут счастливы!
Кстати, я Дерри. Дерри, свинопас. Это я. Вот, возьми эти монеты. Свиньи говорят тебе спасибо.